Так, проверяй скорость. Проверим. Угу, газ. Угу. Всем привет! И сегодня мы подцепим ПТС-очку и поедем на соседний наш хутор. У нас есть там позапрошлогоднее сено. У нас сено закончилось прошлого года. Все, последний рулон, он уже заканчивается, мало осталось. И поэтому сейчас перецепляем, трактор прогревается, сами видели, Матвей завел его, он прогревается. И перецепляем телегу, потому что у нас там мы дрова возили, потому что это было поломано, ну, лопнуло за зиму колесо. Но мы колесо отремонтировали, правда, не показал вам, но все готово. Достал нормальную подкрышечку, Анатолию огромное спасибо, что подарил подкрышку, это мой коллега. Вот, она бэушная, но хорошая еще, еще побегает. Все ж лучше, чем было у меня здесь поставлено от бусика подкрышка. Так что мы с Анатолием отремонтировали. Я поставил в рабочие дни после работы вечерком. Все, телега у нас на ходу. Так что трактор сейчас прогревается, перецепливаемся и рвем на наш соседний хутор за сеном с Матвейкой. Ну что ж, отцепляем ковшик, отцепляем вилы. Как же неудобно одной рукой. Там единственное в этом фронтальнике вот недоделочка, что он должен автоматически защелкиваться, когда до конца вывернешь. Но он не достает язычка, где должен. Ну, что вы хотите за такие деньги, чтобы все было идеально работало? Как бы хотя бы все равно это деньги немалые. Но вот такие у них недоработки с этим фронтальником. Можно, конечно, там самому доделать, но мне не сложно и лишний раз выпрыгнуть из трактора. Камеру.
Ну что ж, сено здесь не оказалось. Кто-то наше сено старое забрал. Не предупредил. Ну и бог с ним. Пускай будет в пользу. У нас еще есть что поковырять. Вот единственное, что мы отсюда забрали, кубик у нас здесь был, чтоб уже его никто не подрезал. Кстати, у меня здесь были наделаны клетки для перепелок. Когда-то я очень много перепелок держал. Держали с женой. Клетки забрал. Еще дома оставался инкубатор. Инкубатор мы тоже забрали отсюда. Большой. Тоже у меня самодельный инкубатор был. Датчики были все заказаны с AliExpress. А ящик я сделал с пенопласта. Пеной просто склеил и все. И, кстати, самодельный инкубатор намного лучше работал, чем заводской, который мы покупали. Вот единственное, что еще вот жалко, мало что выжило. Мы сюда покупали, здесь и яблоньки садили, и грушу. Ничего не выжило. Но выжили сливы. Сливы, и даже вот смотрю, одна собирается уже цвести. По-моему, что это слива было. Наверное. Я, честно сказать, толком не помню, что мы тут уже где садили. Но очень прикольно, уже вот цветочки. Скоро зацветет. Тут это точно из покупанных. Сажено здесь. Потом вот тут еще. Но вот это я не помню. Это, по-моему, мы еще... где мы сейчас живем, у отца. С того дома я привозил, по-моему, садил. Но, честно сказать, я уже сильно и не помню. Но та точно из покупных, там что-то крупное красное или крупное синее слива. А остальное уже не выжило тут. Единственное, вот смотрю, вот тут. А вот это, по-моему, груша была. И у нее вот есть стебелек. Не помню, честно сказать. Вот, ну, где-то в этом краю была точно груша. Там мы яблоньки разные садили. А вот здесь, по-моему, была груша. Или яблонька. Не помню. Или груша сюда как-то дальше была. Ну, тут трава. Вот так вот. Ну, ничего. Единственное, вот еще кабель не нашел. Был тут толстый кабель покупной, электрический. Вот нам он сейчас надо был бы, но я его почему-то нигде найти не могу. Вот тут вот что-то тоже вот сажено было. Где-то я тут зацеплялся за стволы. Я видел конец. Ну ладно. Тут когда-то грецкий орех саженный был. Грецкий орех нам тогда козы съели. Ладно, сена нет. Вещи мы тут свои позабирали, которые нам еще нужны, пригодятся. И отправляемся домой. Тогда будем сейчас дома разбирать рулоны. Разбираем. Колесо стоит, хорошо. Хорошо, все. Заводимся и отправляемся. Единственное, что вот сюда надо будет приехать еще с пилой. Вот как козы загубили яблони, надо их все поспиливать, убрать отсюда. Вот единственное, эту оставить, смотрю, вот с листьями распускаться начинают, вроде живая. Эти уже мертвые все. Их надо спилить и убрать, чтоб они вид не портили. Это тут совсем все страшно выглядит. Еще трубу надо приехать разобрать. Это когда-то у меня здесь была баня. И мы ее перевезли. Кто знает, кто наблюдал. Я рассказывал уже. Отсюда перевезли. И собрали ее, где мы теперь живем.
Ну, немножко с увеличением. Все, отправляемся. Пока ехали, такой дождь начался. Ну и обещали после обеда сегодня дождик. Матвейка, сейчас домой побегим. Там позабирали вещи, клетки для перепелок. Будем, наверное, заводить перепелок все-таки. Кубик забрали, чтобы не стырил никто уже. Ух ты, ух ты, пух ты. А дождик идет. У нас следующий день. Вчера дождь залил все, и плюс у нас банька топилась, помылись, расслабились, и короче, так вчера день и прошел. Ну, вчера, считай, все время весь вечер дождь волной отлил. Ну, а делать нечего, сено надо, овец кормить надо, тетки надо, это самое. Ну, прошлогодние рулоны у нас закончились. Сейчас будем разбирать, выбирать старые рулоны. Хорошее сено будем выбирать и грузить сразу в телегу. И повезем домой. А дома уже будем там по хлевам везде раскладывать, растягивать, чтобы дождем не намокало. Так что приступаем.
вот мы с сеном разобрались с Матвейкой. Ну и я решил, надо заехать еще и за дровишками. Тут пол рейсика есть, но там длинными. Мы взяли с Матвейкой пилу, перепилим сразу на чурки и будем грузить в прицеп. Наверное, ковш я не буду брать, там не сильно толстые, так что можно и так скидать, там невысоко кидать. Откроем задний борт и скидаем. Ну, мы приехали на место. Так, вот так у нас тут зимой было подпилено край поля. Еще не допилено. Вот там осинки стоят, надо ряд убирать, потому что они делают тень на поле. И по субсидиям это, ну, хреново, обрезается поле. Так что надо еще вот угол пройти, подпилить. Может быть, еще вот эти две, три. Ну, вот эти, короче, убрать карандаши тоже, чтобы тени меньше было. Ну и мы приехали, сейчас будем вот это перепиливать все на чурки и грузить в телегу. Так что открываем задний борт. Эй-эй-эй. Неудобно одной рукой, конечно. Опа. Матвейка вообще не справился. Он не понимает, как она открывается. Опа. А, я вляпался в бузу. Все, приступаем. Блин, еще и дождик заморосил. Ну, надо работать. А ты что? А, ты бутылку с маслом к себе прижал. Молодец. Ты теперь в масле. Жирненький. Что-то мы с Матвейкой подустали уже. Немножко ближе телегу подогнали. Матвейка, можно было еще ближе подгонять. Как ты мне тут накомандовал? Да, тяжело, когда сразу и пилить, и грузить. Немножко подгрузились мы. Вот эту сейчас кучку. Первую кучу мы уже убрали. Одну кучку, да, мы вот тут убрали. Еще вот тут 2, 3, 4, 5 кучек осталось. Но там уже небольшие. Вот это была самая большая. Молодец. Сыночек работает. Ой, сыночек, он меня каждый день в последнее время удивляет почти. Кто на квадрике папку покатает. Он с папкой работает. Мужик растет, мужик, помощник. Ничего, скоро еще и Максимка подрастет. Вообще мне легче будет. Через лет 10 так. Еще 10 лет и вообще папке шикарно будет. Два таких мужика будет, помощника. Но надо 10 лет подождать еще. Вот так вот. Если Максим подрастет и будем пилить, вообще будет быстро. А у нас пошел дождь. О, я уже шапку всю завернул. О, вот так. Ой. Даже был сильный такой начался. Мы с Матвейкой под прицепом пересидели. И продолжаем дальше. Ну, осталась нам на дань кучка такая небольшая. Сейчас перепилим, скидаем. И домой. Ну, когда закончим, уже покажу, что у нас получилось. Куда ты щемишься? Тебе. Ко мне? Да. Так мы сейчас пойдем допилим быстренько, там чуть-чуть же осталось. Я знаю. И все. И тогда домой отдыхать. Угу. Ну, мало не хватает до полного рейса. Вот так мы с Матвейкой напилили, накидали. Конечно, еще бы сюда не мешало бы добавить, там добавить. Но трактором уже переезжали, уже тяжко. Березки много. Березка тяжелая. Хоть и не такая толстая, но
тяжелая. Еще отправляемся. Ну, можно сказать, практически, что рейсы есть. Вот. И тут эти осины, если убрать, потому что поле идет дальше, вот там канава. Это если все убрать, тут еще рейс добрый будет. Осинок. Там елочки внутри есть, елочки не трогать. А вот осинки с березками все убрать. Ну, то вон они все, подкосившись на поле, и создают тень. И трава хуже растет. И нам по субсидиям плохо. Дождик так все и моросит. Опа. Все, сейчас отправляемся. А я весь в опинках. Да? Всем пока, всем добра и счастья, удачи и здоровья. Пока-пока. Меня не попадет. Молодец. Ну, вот такая кучка. Всего лишь 3 рейсика. А еще 3 будет. Круто. С дровами мы, с дровами. Подвязываю, он то отпрыгивает и заштопоривает на ходу телегу. Потом в повороты войти нельзя.